Что такое программа обусловленных денежных пособий общественного фонда БОТА? Это инвестиции в человеческий капитал и реальная помощь малообеспеченным, беременным и кормящим женщинам, детям с особыми нуждами, детям, не вовлеченные в дошкольное образование, и молодежи. Это хорошая перспектива – улучшить условия жизни малообеспеченных семей. Но необходимо самим соблюдать условия для улучшения здоровья и образования своих детей. Беременные и кормящие женщины должны посещать медицинские центры. Детям дошкольного возраста просто необходимо общение в коллективе своих сверстников, в центрах дошкольного развития детей. Родителям детей с ограниченными возможностями необходимо участвовать в тренингах по улучшению ухода на дому. А молодым людям посещать тренинги по развитию жизненных навыков, проходить обучение или стажировку. Программа обусловленных денежных пособий фонда БОТА. Будущее есть.